находимся на участке 60 соток около Вокса, Приозерский район. Сейчас покажу, что мы сделали за полтора месяца работы здесь на участке по ландшафтному дизайну и благоустройству. Въезд на участок находится напротив меня. С левой стороны находится гараж, здесь гостевой дом. Сзади меня основной дом. Сейчас в этой части участка мы закончили завоз грунта. Необходимо его планировать, плодородный грунт. На данный момент на участок завезено 900 кубометров плодородного грунта и больше 1000 мы уже отсюда вывезли. Там сейчас делается парковка под гаражом, под навесом. Здесь на данный момент мы спланировали полностью грунт под газоны с помощью валика. А вот он находится в той части участка. И здесь также установлена уже конструкция под террасу. Терраса будет из доски бельгийской Брюген ДПК, древесно-полимерный композит. Мощение, которое сейчас под пленкой, чтобы не засыпалась земля внутрь, между плитками. Мы делаем траншеи для системы автоматического полива. Необходимо было сначала спланировать грунт, и теперь обратно мы эти траншеи откапываем на глубину 35 сантиметров. Потом будет прокладка кабелей через пару дней, и уже обратно засыпать будем этой землей. В дальней части участка выход будущий к берегу. Сейчас там ребята укрепляют склон с помощью габионов. Покажу, что это такое. Также по участку проведена электрика для ландшафтного освещения. Всего на участке предполагается 130 светильников. На данный момент сделаны выводы. Вот они торчат из земли. Порядка 40 светильников, точно не знаю еще. И предстоит дальнейшая работа по проведению коммуникаций по левой части и по правой части участка. Здесь баня. И дальше там между баней и забором, домом, во всей той части будут газон. Планировка там уже выполнена. Сейчас там небольшие работы по установке оборудования для септика дополнительного. А так по той части уже планировка выполнена. Когда проведут мощение, уложат плитку, укрепят бордюр, мы уже будем прокладывать траншею, в которую закапываем кабеля для электрики и системы полива. Здесь завезены материалы для того, чтобы сделать тротуар к нашим габионам, то есть он будет подходить габионам. Разрезана сетка для габионов, и сейчас с помощью специального пневмопистолета вот на таких скобах это все скрепляется между собой. Приезжает сетка таких размеров 2.10 на 3.10. Мы ее разрезаем необходимого размера. После этого, когда собираем короб, скрепляем его дополнительно в нескольких местах с помощью проволоки. И пистолет делает вот такие скобы. По всему периметру мы эти стеночки скрепляем между собой. Потом будут закладываться камни и уже сверху крышкой закрываться. Основание мы сделали под габионы такое же, как делают основание под тротуарную плитку. Сейчас заработал компрессор, стало немножко шумно, который подает воздух к пневмопистолету. То есть мы выкопали основание, дальше засыпали, положили геотекстиль, засыпали 15 сантиметров песка и 15 сантиметров щебня. Все это послойно трамбовали с помощью трамбовки. Все выставлено по уровням. Такой пистолет мега, который вот в этой части скрепляет как раз таки сеточку. Для того, чтобы укрепить габионы дополнительно, кроме того, что в них будет закидываться камень, вот уже камень мы привезли, габро, ждем еще основную поставку, это пока первое немножечко. Установили винтовые сваи, которые будут дополнительно удерживать габионы,
чтобы они не опрокинулись под давлением грунта. Хотя его здесь немного, но тем не менее. И дорожка, которая будет идти, она четко будет подходить к верхнему габиону. Левая сторона участка, где находится по-прежнему вот там. Здесь за березой сделан фундамент под теплицу. Сегодня заливали бетон. Ждем, когда он застынет, и будет монтироваться на следующей неделе теплица. Здесь будет в этой части живые изгороди и газон.